Плата за питание и досмотр в столичных детских садах не будет повышаться до лета следующего года. Этот вопрос окончательно решен на совещании в администрации города Чебоксары. Дмитрий Захаров отметил, несмотря на то, что основные продукты подорожали, плата за питание в детских садах не повышалась с января 2014 года. На качество блюд данный факт не повлиял. Проверки совместно с родителями и ветеринарной службой в дошкольных учреждениях и школах проводятся регулярно. С начала года проведено 318 проверок образовательных организаций. Из них 55 проверок проводили совместно с представителями ветеринарной службы. За нарушение в текущем 2017 году 11 руководителей вынесено дисциплинарное взыскание. К лету следующего года цены на питание пересмотрят в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен.